Уважаемые журналисты, добрый день. Начинаем нашу предматчевую пресс-конференцию национальной сборной России. Сегодня на ваши вопросы готовы ответить главный тренер сборной России Леонид Викторович Слуцкий и капитан команды Роман Широков. Bonjour, bienvenue à la conférence de presse de l'équipe nationale russe dans le match. À vos questions vont répondre Leonid Viktorovich Slutsky, l'entraîneur national, le sélectionneur national, ainsi que le capitaine de l'équipe nationale Roman Широков. Ваши вопросы, поднимайте, пожалуйста, руки. Вопрос два к Леониду Викторовичу. Леонид Викторович, первый по поводу Игоря Денисова. Какая ситуация? Мы так понимаем, что он не сыграет, действительно ли? Давайте второй сразу. И второй, Леонид Викторович, вы когда-то говорили в интервью, что у вас одна из любимых команд сборной Франции 82-84 годов, если не ошибаюсь. Можно ли сравнить сейчас нынешнюю сборную Франции с той, которую вы любите? Если да, то кто в ней был тени? Спасибо. Что касается состояния Игоря Денисова, то действительно вчера по прилету у нас два футболиста почувствовали сильное недомогание, это Денисов и Киржаков, и пытались им бить температуру, и в случае с Киржаковым это удалось, он сегодня будет работать в группе, в случае с Денисовым, к сожалению, это не произошло, поэтому он ездил в больницу, у него высокая температура, диагностировали грипп, и он не сможет принять участие в матче, даже под вопросом его нахождения сейчас в сборной, потому что, соответственно, инфекционное заболевание. Вот, поэтому очень жаль, но ситуация, к сожалению, так бывает иногда. Что касается сборной Франции, то действительно сборная Франции 82-84 годов во главе Мишеля Модельго, одна из моих любимых сборных, но сегодняшняя сборная Франции, она, наверное, совсем другая. То есть там были кружева и какая-то такая непередаваемая романтика, то здесь еще вместе с индивидуально сильными вещами и игроками высокого уровня есть очень высокий уровень мощности, возможностей, силовых кондиций, давления. Поэтому, наверное, сегодня в голом виде Платини уже невозможен, но игроки середины поля сборной Франции, безусловно, люди, которые, я думаю, что одни из лучших в мире в своих позициях. Это касается и Погба, и Матюиди. Две question. Игорь Денисов, est-ce qu'il va jouer apparemment? Спасибо. Bonjour. Deux questions pour le sélectionneur. Première question sur Paul Pogba. On en parle beaucoup en France. Vu de Russie, est-ce que vous estimez que Paul Pogba est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde ou pas encore? Une question sur la sécurité après la vague des attentats. Est-ce que vous avez peur de jouer en France au Stade de France? Bon, просто первое касается поля Погбы, который считается одним из лучших игроков на во Франции. Какое видение из России, да, на поле Погбы? И второй вопрос касается безопасности. Не страшно ли вам играть на Стад де Франс завтра? Что касается Погбы, то у нас точно такое же мнение. Футболист, который, наверное, сегодня самый яркий вообще на трансферном рынке для топовых команд, хотя и Ювентус, безусловно, таковым является. Вот. Футболист, который умеет абсолютно все, с прекрасной мощностью, может завершить две рабочие ноги быстро. Ну, то есть один из лучших футболистов сегодня в современном футболе. Что касается вопросов безопасности, то мы уверены, что принимающая сторона сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить все необходимые меры безопасности. У нас на этот счет никаких опасений нет. Игорь Лукашев, матч ТВ, Леонид Викторович. Здесь, в Сен-Дени, была одержана одна из самых знаковых таких в истории российского футбола побед. Имеется в виду 99-й год. Можете поделиться своими какими-то воспоминаниями о том матче, потому что многие его сейчас вспоминают. Ну, я помню тот матч, смотрел его и помню, что действительно и качественный футбол, и обыграна сильная сборная была. Вот. Ну, наверное, действительно, это одна из самых значимых побед в российской истории нашей национальной команды. Но я думаю, что удачное выступление чемпионата Европы 2008 года ничуть не менее значимые были матчи и по качеству игры, и по результату. Вот. Если же говорить о воспоминаниях и переносе на завтрашний матч, ну, понятно, что мы постараемся сделать все для того, чтобы показать качественный футбол. Ну, естественно, гарантировать результат. Есть такой команды, как Франция, наверное, сегодня не может ни одна сборная в мировом футболе.
Bonjour. Bonjour. Une question pour le sélectionneur. Justement, l'équipe de France a pas mal reculé au classement FIFA pour diverses raisons. Comment vous situez justement cette équipe de France aujourd'hui? Quelles sont ses chances pour l'Euro et qu'est-ce qu'elle représente dans votre préparation à vous pour cet Euro? Команда Франции потеряла несколько мест в рейтинге FIFA. И как вы расцениваете шансы сборной Франции на Евро, на грядущую Евро? И для сборной России что представляет этот матч в плане подготовки для Евро? Сборная Франции, безусловно, один из фаворитов Евро, если не самый основной. И это не дежурные слова, а действительно, учитывая сейчас какой состав у сборной Франции, и что это домашний чемпионат Европы. Что касается завтрашнего матча, он крайне важен для нас в плане подготовки к Евро. При всем огромном уважении к сборным Чехии и Сербии, с которыми у нас остались товарищеские матчи, все-таки Франция, команда несколько иного уровня, поэтому у нас есть прекрасная возможность проявить себя, проверить себя на фоне одного из фаворитов предстоящего чемпионата Европы. En ce qui concerne l'équipe de France, sans doute, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je pense que c'est, si ce n'est pas le plus grand favori, mais c'est en tout cas l'un des favoris de cette compétition qui arrive. Et voilà, que ce soit donc, le jeu ou l'équipe, ils sont vraiment. Voilà. Bonjour, une question pour monsieur. Викторович, вы один из немногих тренеров в мировом футболе, которые совмещают посты сборной в клубе. И вот в плане, допустим, подготовки, может быть, вам как-то сложнее из-за того, что вот вы работали также в клубе, или наоборот легче? То есть можете поделиться подходом тренировочного процесса? На данном этапе это не является такой существенной проблемой, потому что момент чемпионата Европы, первенство России будет, как и остальные ведущие первенства, прекращено, и поэтому сейчас касается только вот этого периода двух недель. Вот, и у нас игроков из ЦСКА в национальной команде больше, чем их осталось сейчас в расположении клуба. Поэтому я пытаюсь в этом искать свои плюсы, в том плане, что большое количество игроков ЦСКА, возможности которых мне прекрасно известны, и они осведомлены с требованиями, находятся в национальной команде. Но учитывая, что на сегодняшний день практически все футболисты, играющие в национальной сборной, они играют в чемпионате России, то, естественно, я как тренер ЦСКА очень внимательно слежу за этим турниром, и мне не требуется каких-то дополнительной информации по ком-то из игроков. Поэтому на данном этапе, я еще повторяюсь, там, в плане и временном, и как это складывается ситуация, я вижу больше плюсов в этой ситуации, нежели минусов. Леонид Викторович, если бы мы могли Владимира Владимировича Путина в команду взять, на какой бы он позиции играл? На том, который бы хотел. На позицию. Спасибо. Леонид Викторович, правда ли, что сегодня команду навестил делегат антидопингового агентства, и насколько это, ну скажем так, сбило команду с какого-то ритма и обеспокоило, скажем? Абсолютно не обеспокоило. То есть это правда. И сегодня после теоретического занятия прошла такая стандартная процедура сдачи допинг-проб. Поэтому никакого сумятицы в наши планы абсолютно не внесло. Роман, к вам вопрос. Хотел спросить вас, оцените отель, в котором живет сейчас сборная, которую предстоит жить в июне, и вопрос про повышенную меру безопасности, не отвлекает ли футболистов такое количество полиции? Спасибо. Это достаточно хорошие меры безопасности. Они нас, в принципе, не особо тревожат, потому что непосредственно с нами они не контактируют. Мы находимся с вами кругу, и никто нам не мешает. Bonjour, я Фарда. С физической точки зрения, готовы ли ваши игроки к завтрашнему матчу? Да, без проблем.
вопрос Роману и Леониду Викторовичу. Роман, можно ли назвать Стад де Франс тем стадионом, на котором вы бы хотели сыграть? То есть одна из тех арен, где вы бы не хотели пропустить матч и обязательно выйти на поле? Ну, как у всех. Никто не хочет пропускать матч, и хочет играть на любом стадионе. И вопрос вам уточняющий по поводу вот, комиссара из антидопингового агентства. Игорь Денисов тоже, да, как и все игроки, сдавал допинг, несмотря на то, что ему там нужно было отлучиться в госпитале? Допинг дают не все футболисты, а те, которые определены жилье. Закрываете, да? Вопрос и Роману Широкову, и Леониду Викторовичу. Можно ли сказать, что все-таки это особенно, когда чувство играет на этом стадионе, на Стад де Франс? Как сказать о безопасности, да, вопрос, учитывая то, что произошло в ноябре, да, после теракта? Ну, еще раз повторюсь, мы уверены, что эта ситуация, безусловно, которая всколыхнула весь мир, она была, к сожалению, что была, да, но она была разовая, и я не думаю, что эта тенденция будет каким-то образом продолжена. Всем большое спасибо. 15 минут тренировки будут открытыми. Ждем вас завтра на игре.